Всем привет, с вами Precious. И в предыдущем видео я рассказывал, что испытание события «Бесконечная битва» можно пройти, не уничтожая импульсные диски, а следовательно не используя баф. И в этом видео Сяо показал, к чему это приведет. Думаю, даже текущим отрядом, ничего не меняя, можно будет набрать 3000 очков при более успешном проке. И страшно представить, на что способны более метовые персонажи в идеальной экипировке. Ну что ж, я оставлю вас с этим видео, а вы пишите в комментариях, какое количество очков получилось набрать. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения.